Это видео было создано в рамках конкурса уроков от канала Гудини по-русски. Если урок оказался полезным, поставьте лайк и напишите комментарий. Благодаря вашим оценкам мы сможем определить победителя. Исходники для этого урока, а также для всех остальных, доступны нашим подписчикам на Патреоне. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня мы будем делать протепловую симуляцию. Симуляция выглядит так. Делать мы ее будем с помощью Python. Запускаем Гудини. Создаем новую страницу. Создаем точку. Задаем точку и scale. Scale у меня уже подобран. Мы создаем pop network. Source мы берем points. Ставим, допустим, 20 частиц в атрибутах. Выбираем set initial velocity и делаем что-то типа такого. Движение нам нужно плоскости x, y, поэтому по z мы ставим 0. Ограничиваем движение наших частиц по z и равное z нулю. Добавляем нам upgrade. Particle separation делаем равным нашему scale. Scale kinetic — единственный параметр, который мы будем изменять, отвечающий за горку, создаваемую числом. Мы сделаем 0,3. Добавим ground. Добавим гравитацию. И добавим коллизионный объект в виде бокса. Цепляем его в профиль. Размер бокса тоже у меня уже подобран. Он соответствует примерному размеру ноды в портируем наш бокс в поп-нетворк. Поднимемся на уровень выше и с первого входа забираем. Вот у нас частицы как-то летят. Создаем Python.
команде Python у нас уже есть какое-то количество кода. Здесь мы обращаемся к самой ноде Python. А здесь генерки, которые в эту ноду приходят. Создаем ноду, в которой, собственно, и будет проходить наша симуляция. Назовем ее POP. В ней создаем ноду нет. Она будет являться источником наших частиц. Создаем переменную Any. Ну, будет записан путь до нашей поп-ноды. Забираем позицию этой ноды. В цикле перебираем точки, которые приходят к нам из симуляции. Забираем позицию бойцов наших точек. Это нулевая компонента. Y — это первая компонента. И переводим X и Y в позицию. Равно по вектор 2 x плюс смещение, которое тоже уже подобрано, y плюс какое-то смещение. Создаем переменную name. Это будет имя наших network dota. Any плюс dot, и плюс нам нужен номер итерации. Номер итерации у нас пока нет, поэтому мы используем функцию enumerate. Которая для каждой нашей итерации, каждого элемента нашего массива points, создает пару с номером. Я тут, кстати, ошибся. Тут надо написать geo-points, потому что мы обращаемся к нашей геометрии. И заносим номер итерации в переменную i. Строки с числами складывать нельзя, поэтому мы переводим наш номер итерации в строку.
Дальше мы проверяем, существует ли в нашем нетворке уже такая точка. Если точка существует, то мы просто назначаем ей новую позицию. Main.setPosition. Плюс наша стартовая позиция. Если же точки не существует, то мы ее просто создаем. Вот. Для нашей ноды. Network.dot. И сразу присваиваем ей имя. В принципе, сетап готов. Можно проверить. Единственное, что точки, естественно, из нашего network.dot-а, network.graph-а, а сами удаляться не будут, поэтому нам их надо удалить. Делаем это до цикла. Удалять мы их будем в первом кадре. Нам понадобится переменная frame. Метод callFrame. Возвращает нам номер текущего кадра. Если frame у нас равен первому кадру, то мы получаем все наши network.dot-ы. В ноде. Можно использовать у нас переменный running. Мы записываем input до нашей ноды. Функции network.dots вернет нам массив network.dot-ов, находящихся в ноде. И в цикле мы их удаляем.
портопов, как и многих других, но весь метод строит. Так, где-то я ошибся. Забыл двоеточие. И да, из попнета мы забираем только поп object. И смотрим. Спасибо за внимание. Ставьте лайки.